Всем привет, здравствуйте. Меня зовут Газизов Марат, компания Альпари в Санкт-Петербурге. Продолжаю свой ежедневный обзор финансовых рынков, торговли без индикаторов. Ну что ж, прошлая неделя оказалась очень горячей, интересной. В плане достаточно интересных движений на финансовых рынках. Это как результат воздействия на рынок со стороны Джанет Йеллен в среду, четверг. Также этому поспособствовало заседание Европейского центрального банка в четверг. Но самое главное, это заявление Марио Драги. Ну и плюс еще пятничный non-farm payrolls, которые вышли очень хорошими, 211 тысяч новых рабочих мест. Но там был один маленький казус, связанный с почасовой оплатой, которая оказалась хуже, чем предыдущая. Честно говоря, достаточно сложно оценить такую реакцию рынка с точки зрения рациональности. Дело в том, что несмотря на то, что ожидаемое срезание процентных ставок произошло, ставки по депозитам с 0,2 до 0, минус 0,3%, тем не менее, как бы рынок отреагировал разочарованием на то, что Европейский центральный банк не стал расширять программу стимулирования экономики с текущих 6-7 миллиардов евро ежемесячно. Но тем не менее, было заявлено о том, что эта программа продлится до марта 2017 года. Я считаю, что это дополнительный стимул тому, чтобы евро продавать. Но что есть, то есть. Рынок отреагировал соответствующим образом. Может быть, я ошибаюсь. И, скорее всего, это так. Ну что ж, давайте теперь обратим внимание на предстоящую рабочую неделю. И дальше перейдем непосредственно к графикам. Так, ну что ж, вот текущая ситуация. Что нас ожидает на этой неделе? Важное. Ну, во-первых, сегодня вечером состоится выступление председателя правления Банка Англии Марка Карни. Надо учесть, что это выступление состоится сегодня перед заседанием в четверг. То есть вот будет заседание в четверг, Европейский центральный банк Англии. Вот никаких сюрпризов, собственно говоря, не ждут, но будет интересно услышать его взгляд на текущую ситуацию в экономике, в английской экономике. Поэтому это, я считаю, очень серьезная новость сегодня в преддверии заседания в четверг Банк Англии. Далее, во вторник выходит валовый внутренний продукт в 12 часов дня, как раз во время начала моего семинара. Онлайн-семинара, ну, интересное событие, посмотрим. Ждут, в принципе, позитивно. Я считаю, что это может оказать некую поддержку евро против американского доллара в текущем моменте, то есть в локальном плане. В среду состоится заседание Банка Новой Зеландии, ждут срезания процентных ставок. Достаточно интересная ситуация. Это связано с тем, что в марте месяц, весной этого года, Банк Новой Зеландии уже резал процентную ставку, но потом не было срезания в течение полугода, хотя он обещал. И вот появляется информация, что ставку могут срезать. Это будет, я считаю, что это будет неким таким негативным фактором для новозеландцев против американского доллара. Ну и четверг, горячая неделя. Тут и Австралия с огромным количеством важных новостей. И заседание Швейцарского национального банка, теперь это стало актуальным. Сейчас на уровне минус 0,75% отрицательная процентная ставка. Ну, наверное, важно будет заявление. Будут ли они поддерживать курс евро, швейцарский франк? Посмотрим во время анонса. Узнаем это во время анонса. Также в Британии огромное количество новостей. И плюс еще эти новости, важные новости, выходят в преддверии заседания решений по ставкам Банка Англии. То есть четверг обещает быть достаточно интересным. Кроме того, в США ожидается большое количество новостей инфляционных показателей. Хоть они отмечены здесь одной звездочкой, но надо понимать, что любая инфляция, которая публикуется в преддверии заседания ФРС, а оно состоится 15-16 декабря, соответственно, это будет оказывать достаточно серьезное воздействие на валютный рынок. И последнее, это в пятницу целевая программа ЛТРО, может быть, будут даны какие-то дополнительные пояснения. Ну вот, то есть четверг, горячий день, ждем. Ну а теперь смотрим то, что происходит сейчас на рынке, и попробуем оценить ситуацию с точки зрения того, что можно сделать и как можно на этом заработать. Так, вопросы, да, всем пламенный привет.
Так, вопрос Артема. Так, давайте попробуем посмотреть текущую ситуацию по евро-доллару и посмотрим, что из этого можно выбрать. Ну, недельный график закончился прошлой неделю коррекционным откатом с пробитием предыдущих вершин недельных, да. И, собственно говоря, тем не менее, данное движение наверх воспринимают как коррекционный откат. Потому что явно выражена уже сформировавшаяся вот тенденция недельная. Вот она. Завершилась коррекционным трехволновой структурой, да, с пробитием опорной точки. Поэтому, несмотря на то, что здесь достаточно мощный ход, не исключая вероятности того, что тенденция может продолжить свое существование. Сейчас сложно сказать, каким образом это произойдет. Почему? Потому что перед заседанием Федеральной резервной системы это не поможет евро уйти дальше наверх. И с другой стороны, в связи с тем, что пока еще до заседания ФРС целую неделю, на основе того, что предстоят на этой неделе выход большого количества новостей из Евросоюза, это тоже не является поддержкой евро, доллару для его укрепления. То есть неделя достаточно такая смутная на недельном графике. Давайте смотреть дневной график. На дневном графике, вот он, произошел коррекционный откат, здесь уже более ясная картина получается. Снизу произошло коррекционное движение в рамках нисходящей тенденции. То есть цена вернулась в этот канал, из которого попытался выйти и ускорить свое падение дальше вниз. Поэтому стратегия достаточно простая. Надо дождаться, когда эта коррекция завершится, до того, как цена коснется предыдущей вершины. То есть до того, как коснется верхней границы канала. И если цена возобновит свое падение вниз, в принципе, это будет сигналом для активных продаж евро против американского доллара. Вот. Сейчас пока сложно рисковать, стоит ли рисовать вот эти вот сопротивления, канал внутри ускоряющегося канала вниз. Но вот здесь уже более такая ясная картина получается. То есть, не исключая вероятность того, что рынок попытается все-таки возобновить свой рост, вот таким образом. Но если цена, не дойдя до верхней границы канала, возобновит свое падение вниз, то сигналом для входа в рынок будут продажи сформировавшейся опорной точки, которые сейчас только на стадии формирования, еще пока нету. Это дневной график. Часовой график. Часовой график. Вот как раз по поводу, в пятницу я предупреждал, что вот эта разметка, которая была в виде, как кажется, трехволновой структуры, я предупреждал, что эта разметка очень плохая. В плане того, что вот этот шпилеобразный ход, непонятная формация на часовом графике, ломает всю внутреннюю структуру коррекционного отката. Собственно говоря, так оно и произошло. Произошло ложное пробитие предыдущей вершины, и рынок тут же завалился, пробил предыдущую впадину. То есть этот сигнал был ложным. Я об этом предупреждал. Сейчас, насколько актуальным будет оставаться настроение наверх, в принципе, здесь уже можно будет говорить о формировании опорной точки, данной вот опорной точки. То есть первая, вторая, и вот сейчас на стадии формирования третий уровень. То есть если с текущих уровней цена возобновит свой рост, то тогда надо искать возможность для покупок только после пробития вот этой опорной точки. Здесь уже более такая понятная картина с точки зрения того, что если здесь произошло ложное пробитие, то здесь уже, по идее, должно быть ясно осознанное движение наверх. Повторяю, если с текущих уровней. С другой стороны, перед заседанием Федеральной резервной системы, я не исключаю вероятность того, что опять рынок может сделать такой вот ложный пробой и уйти в более глухую коррекционное движение. То есть здесь некий такой вот формирование вот такого плана движения, то есть более такой удлиненная форма коррекции. Драйвера для евро-доллара сейчас на текущем моменте для его роста нету, поэтому лично для меня предпочтительно искать возможность для продаж. Но повторяю, открываем позицию долгосрочно после пробития данной опорной точки. Вниз, если рынок возобновит свое падение вниз, то тогда здесь вот здесь должна сформироваться структура. Резкий пробой с коррекционным откатом в виде вот этих вот трех волновых структур. Ну, я все время уже показывал. То есть вот такого плана коррекционный откат. Либо это здесь может произойти, либо это здесь, до того, как цена не пробьет предыдущую вершину. Все, что движение к этому уровню, будет являться возможностью для продаж. То есть это нужен провал, коррекционный откат в виде вот трехволновой структуры, и уже
ищем возможность для продаж. Сейчас достаточно сложная картина, потому что цена дошла до своей цели. И рынок даже пытается ускорить свое падение вниз. Пока наблюдаем. У меня стоит продажа. Почему это у меня произошла эта продажа? Потому что я сейчас в данный момент отрабатываю модель скальпирования рынка. То есть по многочисленным просьбам своих слушателей отрабатываю стратегию по скальпированию. Ну вот пока что оно активно, достаточно так нормально стоит. По всей видимости, в конце января скальпирование будет мой новый семинар. Так что, если кому будет интересно, можете потом в дальнейшем присоединиться. Британский фунт. То есть текущая открытая позиция по евро-доллару ни в коем случае не касается моей стратегии. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Так, поехали дальше. Британский фунт. Британский фунт, нисходящая тенденция сохраняется неделя. Но пока что никаких сигналов для разворота наверх или для ускоряющегося движения вниз пока нету. То есть тенденция идет поступательно, развивается и отрисовывает все время новые впадины. Поэтому гадать здесь нечего, следуем тенденции. Единственное, что здесь может быть, если цена все-таки с текущих уровней за дни своего роста пробьет данную опорную точку, это будет означать, что цена, не добив предыдущую впадину, совершив коррекционный откат, возможно, может сформировать вот такой разворот наверх. Но это мы увидим только после того, как цена пробьет либо эту опорную точку, надо будет смотреть характер движения цены, либо эту опорную точку. То есть вот есть два уровня, которые будут являться сигнальными в плане разворота тенденции наверх по британцу. Но пока что это перспектива отдаленного будущего, тем более, что цена идет вниз, это, в общем-то, такой план, в плане того, что если цена вдруг ни с того ни с сего пойдет наверх. Пока что тенденция сохраняется, отрабатывает модель Вульфа, и цена идет вниз, но слишком для долгий процесс этот уже идет. И, по всей видимости, волна Вульфа на себя, ну не знаю, вряд ли она уже себе полностью реализует. На дневном графике более интересная картинка. Здесь сформировалась, вот он канал, в котором двигается цена. Явно тенденция идет вниз, пробитие предыдущей впадины, рынок не пробил предыдущую вершину. Сейчас второй день, сегодня понедельник, пытается вот таким образом продолжить свою тенденцию вниз. Значит, если с текущих уровней рынок пробьет опорные точки, то тогда после такого коррекционного отката встаем наверх. Я не знаю, может быть, после пробития данной опорной точки надо считать структуру, либо после пробития данной опорной точки будем ждать вот таких коррекционных откатов для того, чтобы войти в рынок наверх, то есть купить британца против американского доллара. Но пока что это тоже перспектива отдаленного будущего. Текущая цена сохраняется вниз, движение вниз, соответственно, ищем возможность для продаж. На часовом графике тенденция идет в нисходящем канале. Так, давайте 4-часовой лучше посмотрим. Вот она, эта тенденция на 4-часовом графике. Явно тут как бы несколько утрачен импульс вниз вот в этом канале. Почему цена вот с этого уровня не дошла до своей цели и сделала глубокий коррекционный откат. Но, тем не менее, несмотря даже на такую коррекцию внутри этого канала, ничего критического не произошло. Соответственно, даже вот в этом маленьком канале цена идет вниз. И ищем возможность для продаж. Сигналы для входа в рынок будет, естественно, после того, как рынок сформирует заходную волну вниз. Ну, в принципе, здесь уже где-то на этих уровнях можно будет искать возможность для продаж. Но не надо забывать, что этот коррекционный откат может увеличиться в сторону роста и только потом уже вот такого движения вниз. То есть до этого, до предыдущей вершины, данный коррекционный откат более правильный с целью развития тенденции вниз. То есть необходима именно трехволновая структура, первая, вторая, третья, и уже только потом вниз. Сложно сказать, пойдет ли цена отсюда вниз и сформирует новую впадину, но вот лучше всего дождаться вот такой внятной коррекции наверх в виде трех волн. Первая, вторая, третья, первая, вторая, третья, и только потом возобновление падения вниз. Пока что мы здесь этого не видим, поэтому есть риск попытки продолжить тенденцию наверх, и только потом, если она окажется неудачной, ищем возможность для продаж. В общем-то, сегодня понедельник, как мы видим, достаточно сложный день для торговли в плане долгосрочных открытых позиций, но вот что есть, то есть. Российский рубль сегодня продолжил падение.
достаточно серьезное падение, но в принципе это уже не, как бы, не является сюрпризом. Я об этом уже последние полгода только об этом и говорю, что тенденция сохраняет свой рост. В принципе, пока поддержка есть, но говорить о том, что здесь канал вот такой сформировался, пока еще рано. Почему? Потому что цена не пробила предыдущую вершину, поэтому этот канал рисовать пока рановато на неделю. Но если смотреть разметки, то здесь явно выражен 1, 2, 3, 4, 4 АБЦ. Соответственно, здесь идет фактический рост в пятой волне. Но движение пятой волны, то есть целью этого роста, является первая цель 82, то есть пробитие предыдущей вершины. И последняя опорная точка, то есть последняя цель, это где-то в районе 95, 92-95, то есть сюда вот. Но не буду даваться подробности в районе 92-95, просто это приблизительно канал, в котором двигалась цена относительно 82. То есть целью психологический уровень 90, но, как правило, цена не останавливается обычно. 90 пробивает его, 91-92, и только потом может быть разворот в плане глубокой коррекции. Это недельный график. Дневной график, посмотрите, развивается так, как оно и по идее прогнозировалось. Тенденция идет в рост, цена не дошла до линии поддержки. И идет в сторону укрепления американского доллара. Причем характер движения цены имеет явное ускорение наверх. Поэтому последний оплот остался для дальнейшего роста наверх. Это вот опорная точка А, Б, С. Волна, конец волны Б. Пробитие ее, тут еще и кластер рядом приблизился, можно сказать. Вот является сигналом для более мощного роста наверх. Я считаю, что этот уровень будет пробит. Ну, собственно говоря, все, тут добавить больше нечего. Российский рубль. Дальше смотрим. Канадец. Канадец неделю начал бурным ростом. Пробил неделю, высоту прошлой недели. Тенденция сохраняется. Никак не может рынок сбросить канадца вниз. Но это говорит о том, что, по всей видимости, рынок будет пытаться все-таки пробить вот эту вот локальную, то есть не локальную, а историческую вершину. Недельный график, если мы посмотрим отдаленно, мы видим, что тенденция идет наверх, но явно идет, идет его замедление. Не исключая вероятность того, что локально будет пробита предыдущая вершина, но уже оттуда, в принципе, можно дождаться вот такого резкого коррекционного отката. С другой стороны, внутри этого движения наверх, пока предыдущая вершина не пробита, мы видим, идет рост его. В связи с тем, что рынок вышел из этого вот канала наверх, и вот сейчас рынок пытается снизу пробить сопротивление, вот это вот сопротивление, мы видим, что оно актуально сейчас. И если рынок все-таки не пробьет эту вершину, а возобновит свое падение, то тогда, а для этого есть шансы для того, чтобы свалиться вниз, потому что явно утрачен импульс и скорость движения наверх, то тогда открываю позицию на продажу при пробитии данной опорной точки. Это уровень 1.30-35. В текущем моменте, почему у меня стоит покупка? Как ни странно, эта покупка до сих пор жива. Это связано с тем, что на часовом графике, 4-часовом графике, посмотрите, была предыдущая вершина пробита, и рынок, скорректировавшись в виде трех волн АБЦ, не пробил предыдущую впадину. Проконсолидировавшись, даже локально не пробив предыдущую впадину, возобновил свой рост. То есть вот эта разметка, которая она достаточно давно висела у меня, я ее пытаюсь несколько раз уже входил по ней наверх. Но меня все время выносило вот по этим стопам. Ну вот поэтому у меня открыта позиция в связи с тем, что рынок не идет вниз, не может пробить важные уровни внизу. Тем не менее идет наверх. Поэтому позиция у меня открыта. Да, позиция у меня открыта по австралийцу. Но жду дальнейшего роста пробития предыдущей вершины. Как только цена будет пробита, буду искать возможность закрывать эту позицию с небольшой прибылью. Ну, с прибылью, которая там получится. Это у нас канадский доллар. Далее смотрим. Швейцарский франк. Швейцарский франк выполнил все планы, которые я планировал в течение последних полугода. То есть рынок отпробил все важные уровни, сходил до своих целевых значений и вот произвел такое кинжальное коррекционное движение. Сейчас сложно что-либо планировать. Почему? Потому что если мы посмотрим, да, тенденция как бы сохраняется наверх, но слишком уж как-то все сложно с точки зрения, скажем, дневного графика. То есть, например, да, дневного графика. Подобного рода провалы, как правило, они ломают всю внутреннюю структуру, которая предшествовала. Поэтому сейчас что-либо здесь прогнозировать достаточно сложно. Единственное, что я могу здесь сказать, что если цена с текущих уровней, в связи с тем, что рынок пытается ускорить свой рост для движения наверх, а
такая возможность есть, посмотрите, пожалуйста. То есть вот рынок сначала шел в данном канале, теперь он идет вот в этом канале. Соответственно, если цена с этих уровней возобновит свой рост, ну, для этого необходимо, чтобы сложилась определенная структура, разметка, ну, приблизительно вот такого характера. То есть попытка продолжения тенденции и потом неудача ее, достижение нижней границы канала. И только после этого, как рынок пробьет вот эти самые опорные точки мои, ищем возможность для покупок. Сейчас текущая ситуация, что-либо делать я бы не стал. Поэтому вне рынка по швейцарскому франку, тем более, что в четверг состоится заседание швейцарского национального банка, поэтому там могут быть любые сюрпризы. В пятничное движение, четверг-пятницу, прекрасно отработались те мои сомнительные разметки, которые давал. Ну что ж, значит, альтернатива работает, надо будет просто пользоваться. Поэтому я и говорил всегда, что когда возникают подобного рода сигналы, в принципе, надо всегда ими пользоваться, и практически все сигналы нужно отрабатывать. В текущем моменте сейчас мы видим достаточно уверенный коррекционный откат, и стратегия следующая. Если с текущих уровней цена, не пробив предыдущую вершину, возобновит свое падение вниз, то тогда открываем позицию в продаже только после пробития вот этой опорной точки. Но еще раз хочу сказать, что слишком уж однозначно здесь движение вниз, да, перед заседанием Федеральной резервной системы. Не рассматриваю продажи в доллар перед ФРС, поэтому сейчас я в рынке. Наоборот, я еще буду искать возможность для покупок. Для этого необходимо следующее условие. Пробитие предыдущей вершины с формированием коррекционного отката в виде трех структур, трехволновой структуры вот такого плана. И при возобновлении роста буду искать возможность покупать при пробитии данной опорной точки. С другой стороны, если цена с этих уровней все-таки пойдет вниз, ну, в принципе, можно попытаться воспользоваться пробитием опорной точки снизу, вот этого уровня. Но здесь, естественно, стоп-лосс выше предыдущего. Это швейцарский франк. Смотрим дальше. Новозеландский доллар. Новозеландский доллар с точки зрения макроэкономики и фундаментальных данных, у него возникла проблема в виде заседания Резервного банка Новой Зеландии. Есть риск срезания процентных ставок. Поэтому вот эта разметка, которая стоит на недельном графике, в принципе, актуальна в плане того, что если цена с текущих уровней возобновит свое падение, в принципе, можно будет продавать в связи с тем, что цена не добила предыдущей вершины, не дойдя до верхней границы канала, может продолжить свое падение и можно, в принципе, доливаться будет пробитие следующей опорной точки. Это предыдущая впадина. Первая, вторая, то есть первая, вторая, третья. И вот в этой третьей двойная вершина с разворотной моделью вниз. В принципе, очень неплохая разметка в плане продажи новозеландцев. Но это у нас недельный график. Давайте посмотрим дневное. Сложно сказать, был ли тут сигнал наверх. Нет, сигнала наверх не было. Была такая разметка. Но с текущих уровней все-таки предпочтительно продавать. Разметка есть. Первая, вторая, третья волна. Если с текущих уровней цена пробьет и пойдет вниз, то тогда ищем возможность для активной продажи новозеландцев. Посмотрите, вот в этом канале, даже вот в этом маленьком канале, цена далеко не дошла, даже близко не дошла к верхней границе канала. Если цена возобновит свое падение с этих уровней, тогда очень высокий риск того, что рынок может коррекцию завершить и возобновить свое падение вниз дальше. Какие-то вот здесь вот опорные точки есть на часах, можно, в принципе, воспользоваться ими для, скажем так, открытия позиции вниз. Сложно сказать, какая из этих опорных точек будет, но что хорошо в этой структуре, то, что цена не вышла за границы верхнего канала. То есть вот она идет канал, рынок попытался ускорить свое падение, и вот в этом коррекционном откате рынок даже близко не подошел к границам канала. Поэтому я считаю, что с текущих уровней цена пробьет и пойдет вниз вот эти вот опорные точки, где-то с этих уровней можно вставать с постановкой стопа выше предыдущей. Плюс стоп-лосс очень близко. Опа, у меня трансляция закончилась. Есть ли у вас слушатели? Скажите, пожалуйста, у меня трансляция завершилась. Не успел вовремя продлить ее. Имеет смысл мне читать дальше семинар? Есть, да? Хорошо, поехали дальше. Поехали дальше. Это у нас Новая Зеландия. То есть в этом плане новозеландцы интересная ситуация может быть. В плане, то есть получается такая ситуация. Сейчас коррекция идет наверх. Вот он идет коррекционный, даже попытка ускориться. Но с другой стороны, если цена вдруг рухнет вниз и пробьет вот данную отпорную точку, здесь уже более такая ясная картинка.
Посмотрите, вот. То есть вот он идет канал. То есть если с текущих уровней рынок пробьет опорную точку, здесь можно будет вставать вниз. Вот. С другой стороны, если цена не дойдет своей до нижней границы канала и сформирует некие какие-то вот эти вот опоры внутри коррекционного движения, такие трехволновые структуры, то тогда в принципе можно искать возможность покупать с целью отработки этих моделей наверх. Но надо смотреть, как цена двигается, будет двигаться в этом канале. Здесь есть риск того, что рынок может ускорить свой рост, потому что цена пробила верхнюю границу канала. Соответственно, коррекционный откат этот до нижней границы канала не дойдет, вот эта коррекция. Но с другой стороны, опять же, если вдруг что-то случится, рынок упадет, то есть новозеландец, открываем позицию в продаже только после пробития данной опорной точки. Это новозеландец. Дальше смотрим японская иена. Японская иена продолжает вторую неделю подряд попытку роста, тем более сегодня день открылся с гэпом, там были выступления Куроды, это председатель правления Банка Японии. Вот. Но на дневном графике, то есть неделя сохраняется, но посмотрите, пожалуйста, рынок не сильно отходит от нижней границы канала, то есть вот она, то есть не сильно идет отскок от него. И поэтому, если цена с текущих уровней возобновит свое падение опять вниз, то тогда очень высокий риск того, что рынок может уйти вниз в плане мощной коррекции падения доллара против японской иены. Вход в рынок будет пробитие опорной точки АБЦ при входе в рынок здесь. Вот. С другой стороны, есть разметка для роста. Если с текущих уровней цена возобновит свой рост, то вот опорная точка для покупки. АБЦ, трехволновая структура наверх. В данном случае наверх более предпочтительно, потому что аптренд сохраняется. Недельный график. Вот у меня разметка, которую я давал на дневном графике. Она, как ни странно, жива еще. То есть, вот если здесь кто-то открывал позицию в бай, стоп-лосс он до сих пор пока еще жив. Как это ни странно, в течение двух недель. Лучше всего смотреть, так, вот дневной график. Но рынок здесь консолидировался, не может дойти до верхней границы канала. Рынок сильно поджат, поэтому все больше и больше вероятность того, что выход из этой консолидации будет очень сильным. То есть, чем дольше цена стоит, тем сильнее, естественно, будет сильнее выход из этой консолидации. Либо в рост при пробое данной опорной точки, открываем позицию наверх. Либо здесь может быть и такое, почему именно надо ждать пробития опорной точки? Потому что рынок может сделать ложное пробитие, не добить предыдущую вершину и возобновить свое падение вниз. Поэтому надо ждать, если встаем наверх, только после пробития опорной точки. С другой стороны, если вниз открываем позицию, то только после того, как рынок пробивает данную опорную точку. То есть надо выйти из этого сходящего канала, пробитие линии тренда, и уже подтверждение выхода из этого канала будет являться пробитие опорной точки. Это японская иена. Золото. Золото очень сильно скорректировалось в пятницу, как бы запоздало такое движение. Недельный график открылся, то есть вот был завершение коррекционным откатом. Плюс здесь сформировалась модель поглощения свечного. То есть может быть еще раз попытка дальнейшей более глубокой коррекции наверх. Но честно говоря, в связи с тем, что рынок идет данный даунтренде, причем цена достигла линии поддержки, не дойдя до сопротивления, я считаю, что эта коррекция будет слабой на недельном графике. В дальнейшем надо ждать вот такого падения вниз. То есть на недельном графике, дневной, ждем вот такого коррекционного отката в виде трехволновых структур. Ну, как это было здесь, АБЦ, как это было здесь. Соответственно, как только цена не пробьет предыдущую вершину и возобновит свое падение вниз, открываем позицию в продажу после пробития опорной точки. Это дневной график. Часовой график сейчас здесь что-либо сложно комментировать, потому что рынок пока что никаких структур здесь не формирует, поэтому комментарии давать не буду по текущей ситуации на часовом графике. И последний, австралийский доллар. Австралийский доллар, недельный график закрылся позитивно пробитием выходом из нисходящего канала, но не пробил предыдущую вершину на недельном графике. Давайте посмотрим на дневке, как это выглядит. Вот. Явно трехволновая структура пока еще актуальна, несмотря на то, что рынок вышел из канала. Поэтому если вдруг внезапно цена пойдет вниз, а такая вероятность очень высокая, то тогда встаем вниз при пробитии данной опорной точки. То есть уже вопросительные знаки, которые я ставлю, я уже боюсь их ставить, потому что вот по швейцарскому франку сомнительная разметка, она очень себя неплохо реализовала. Но это если цена не пробьет предыдущую вершину. С другой стороны, все вот эти разметки, которые я давал, они актуальны до сих пор с целью дальнейшего роста наверх. Остался последний преграда, это пробитие предыдущей вершины. Посмотрим, насколько она будет актуальна.
Тенденция наверх сохраняется, тем более, что коррекция сейчас идет на дневном графике. Разметку здесь давать достаточно сложно. Почему? Потому что здесь формируется вот такая вот расширяющаяся формация. В этой расширяющейся формации сплошь и рядом формируются трехволновые разметки, поэтому сейчас сложно что-либо говорить. Но с другой стороны, тенденция идет вот в этом канале наверх. Так, я уберу все эти разметки, чтобы было понятно это. Структуру. То есть вот был канал наверх, уже рост, рынок идет, тенденция наверх сохраняется, причем имеет свойство к ускорению. Вот оно идет, ускорение. Была попытка ускорить, сейчас идет коррекционный откат. Соответственно, в данном случае канал актуален, данный канал. И в текущем моменте надо ждать, если цена с текущих уровней возобновит свой рост, вот они эти есть уже трехволновые структуры, при пробитии данной опорной точки можно в принципе встать наверх. Вот в этом восходящем канале. С другой стороны, если цена вдруг ни с того ни с сего пробьет эти опорные точки вниз, то лучше всего надо дождаться более внятного движения вниз на извините, 4-часовом графике. Для разворота, окончательного разворота вниз, все-таки слишком дальняя перспектива – это пробитие данной опорной точки в рамках А, Б, С трехволновой структуры. Здесь либо что-либо в этом внутри этого движения я бы поостерегся что-либо делать. То есть больше шанса на то, что все-таки канадец может уйти наверх, вот только после пробития данной опорной точки. Так, ну что ж, последний вопрос, то есть отвечу на вопросы, которые здесь наверняка накопились. Сегодня у меня состоится... возобновляя свой базовый принцип мастер-класс, более он интересен для начинающих трейдеров. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. Так, евро у меня. Так, стоп мой живой. Цена идет в мою сторону по евро-доллару. По канадцу тоже все нормально. Тенденция идет в рост. Ну, по всей видимости, прокол будет. Почему не переношу стоп? Потому что внутри нету никакой структуры, которая бы позволяла бы, скажем так, означать разворот тенденции вниз. Поэтому я... есть такая структура. Цена пробила предыдущую вершину. Ну, подтягиваю, поджимаю свои стопы. Нужно дождаться, когда цена скорректируется, возобновит свой рост и пробьет предыдущую вершину, тогда надо перемещать вот этот стоп. Ну, подтянул, ладно, подтянул. Так, вопросы. Вопросы, нормально все. Как поведет себя евро-доллар после ФРС 16 октября? Роман, если бы я знал, как поведет себя доллар после 16 числа, то, наверное, я бы уже здесь не сидел бы, да? Вопрос стоит в том, что будет повысить ставку ФРС или не повысит 16 октября. Декабря, наверное, да, вы имели в виду, Роман Чигадар. 15-16 декабря, если произойдет повышение процентных ставок, это значит, ну, в любом случае, я считаю, доллар будут покупать, скажем так. Даже если не повысит процентную ставку, либо повысит процентную ставку, в любом случае, доллар, я считаю, будут покупать. Просто если ставку оставить без изменений в декабре, доллар, конечно, немножко присядет, может упасть, но в дальнейшем все равно его начнут покупать. Почему? Потому что возникнет резкая нестабильность в геополитической ситуации. То есть, если ставку не повысит, это значит турбулентность геополитики усилится, а это будет означать попытку уйти в надежную валюту, как вы до сих пор пока что считают инвесторы. Ну, посмотрим, может быть, они ошибаются, но тем не менее это так. Так, канадца половина будете забирать при подходе к предыдущей вершине. Да, все вы переживаете за мою позицию, да? Ну что ж, в принципе... я же сегодня как бы половину закрыл уже, по-моему. Так, канадец, да? Ну да, в принципе, надо закрывать позицию уже сейчас. Почему? Потому что на дневном графике цена подошла к сопротивлению. Локально может быть отбой от него. Посмотрим. Ну да, в принципе, половину контракта надо закрыть по канадцу. Оставшуюся часть вот максимально поджимаю стопы. Давайте не перенесу прямо под сам этот. Вот. Ну что ж, половину контракта закрыл. В принципе, неплохо по евро-доллару. События только развиваются.
Ну, это у меня остаток скальпа. Я в пятницу очень неплохо поскальпировал. То есть вот пятничная у меня торговля была достаточно такая активная. Кому будет интересно, все-таки я вот попробую так. Вот. Посмотрите, вот я скальпировал пятницу. Так. Да, вот 4 числа, вон огромное количество сделок. И в принципе все неплохо получилось. Ну, кому интересно, можете потом в январе месяце присоединиться. Сейчас разрабатываю стратегию торговли скальпирования. Хорошо, дальше вопросы. Угу, так. МВФ сделал юань резервной валюты. Что изменится? Вопрос, Медхат, по поводу геополитической ситуации или экономической? Сложно сказать. Ну, как правило, сначала юань купят, наверное, а потом его начнут продавать. Я так думаю. Ну, вот как это с евро-долларом получилось, когда его ввели в 99 году безналичный расчет. Евро сначала здорово укрепилось против американского доллара, а потом его начали продавать. Ага. А можно ли менты скальпинг? Нет, не получится, Тимур. Только в январе. Только в январе ждем, будет мой семинар. Ну, так, ну давайте сейчас вот, если сейчас что-то будет вот на графике, то можно, в принципе, что-то сделать. Так, нет, сигналов нет никаких. Сигналов нету. Так, сигналов никаких нет в текущей ситуации, поэтому показать ничего не смогу сейчас. Вот здесь вот был сигнал по евро-доллару, ну там уже и воспользовался. А вот был сигнал по франку, ну уже поздно что-либо делать, тем более это против тенденции. Да, вот здесь был сигнал на продажу. Но это сигнал очень слабый, почему? Потому что тенденция идет наверх. То есть против тенденции вот эти сигналы ловить достаточно проблематично. Искать нужно по тенденции. И причем хочу сказать, что скальпинг предполагает вход в рынок большим объемом. Только после 15 января, Александр. После 15 января. Угу. Ну что ж, на этом семинар я свой завершаю. Спасибо всем, кто был со мной. Сегодня возобновляю свой мастер-класс «Базовые принципы». Кому интересно, ну, начинающим трейдерам, я думаю, это будет интересно. Подключайтесь сегодня в 3 часа дня. Всего хорошего, до свидания. Берегите себя, свои деньги. До 15-16 января, декабря осталось совсем мало времени. Я думаю, что в эти дни должно произойти очень что-то серьезное в плане дальнейших перспектив. Берегите себя, свои деньги. Всего хорошего, до свидания.